Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қадірменді Қазспорт арнасының телекөрермендері. Нұрсұлтан қаласы Астана Арена стадионынан сөйлеп отырмыз. Футболдан Қазақстанның маусым ашар кездесуі, Қазақстанның суперкубігі, қостанайлық тобыл алматылық Қайрат командасына қарсы кездесуі өткізеді. Міне қазір Қайрат командасының киім ауыстыратын бөлмесі, Құрбан Бердиев жаттықтыратын бұл алматылық ұжым жасарды, жаңарды деп айтуға толық негіз бар. Қазір оны трансляция барысында тарқатып тұрып та әңгімеге арқау етеміз. Тобылда өзгерістер бар, бірақ аса бір көп деп айтуға келмейді. Кейбір позицияларды Александр Москаленко жаңартты. Бүгін енді сол командаға жаңадан қосылған ойыншылар да алаңда, яғни стадионда төбе көрсетеді. Қазір командалардың осы кездесуге қалай келгенін көріп отырсыздар. Бұл тобыл командасының киім ауыстыратын бөлмесі. Бұл жерде бір таңғалдыратын дүние болып тұр. Бағана маманымызда айтып өткендей, Асқат тағы берген негізгі құрамға әліге алмады. Дегенмен Асқат қазір екінші кезең барысында ойынға қайта шығатын шығар деген ойдамыз. Өткен маусымда тобылға қосылған Зоран Тошич бүгін негізгі құрамда, ал команданың қақпасын әрине Александр Мокин күзететін болады. Қостанайлық команда өткен маусымда Қазақстан чемпионатында топ жарды. Ешкімді тең келтірмеді. Бірінші орынға ие болды. Сөйтіп Қазақстан суперкубогында ойнауға мүмкіндік алды. Және биыл тобыл командасы Қазақстанды чемпиондар лигасында намысын қорғайтында білеміз. Следует перехват в исполнении Табола. Подкат, но подбор за Таболом. Есть удар. Сергеев. Было, по крайней мере, тревожно, выгодная и потенциально голевая возможность была сейчас у нападающего кустанайской команды. Все-таки никто не накрывал. После этого рикошета, после этого подката мяч как раз-таки пришел к нападающему. Он сыграл, а там уже Сергей Кейлер, который после второй попытки подбирает мяч, будет далее удар. И Александр Мокин кулаками отбивает мяч. Дальше он отлетает направо, а тут есть подбор, казалось бы. И чуть было Васильев здесь не затолкал хрупкого и субтильного Иркебулана Сидахмета. А это уже ответная попытка от Кайрата. Неплохо пробил, но тут и отметим, что Мокин на несколько шагов ушел вперед, сократил угол, но дальше, в принципе, в него мяч и летел. Там вот в связи с этим уже не 4 команды, а 2. И вот на старте буквально уже в начале весны подбор есть. Есть удар! И как же здесь не попадает Сергеев. Серия рикошетов. Опять как неуклюже играют оборонцы. Если ошибаюсь, срезался мяч с ноги у Васина как раз-таки. И вот что случилось. Мы видим сейчас повтор. Нет, это Баньяк был. А дальше Васин тоже не самым лучшим образом действовал. Но это был рикошет. Ему тяжело было среагировать. А подача-то была в исполнении Багдата Каирова. И уже Сергеев. Но это убойный момент. 10 метров до ворот. Забивай. Бірінші осы кездесу барысындағы ең қауіпті шабуыл. Адасхан доп, Өзбекстан құрамасы шабуылшысы Айдобы. Тошичтің өзі орындайды. Сахидың ысқырғы шалынды. Айбалан қасырылған пас! Және әдемі соққы болған еді. Баспен, алайда Данил Устименко өз орнында. Устименко допты ұсына қабылдай білді. Қайталау сәті. Және қателеспесек бірінші болып Сергей Малый жеткен секілді. Жоқ, Александр Маричкин жеткен. Кто в штрафной? Там Канте, там, конечно, защитники, там Баньяк, ну и Вася, наверное, за которым точно нужно присматривать. Он на дальней штанге есть. Подача, она следует. И скидка, но еще и с фолом там Канте подставлялся под мяч, а до этого еще и нарушение было зафиксировано. Что мы можем сказать по первым 24 минутам, друзья? Ну, острее выглядит Табол. Явно три удара, но преимущество не такое существенное. Ой, қазір бізге вар керек секілді. Пенальти белгіледі.
Бірақ бейне қайталауды көрек. Асығыстық танпайық. Душан Йованчич. Но посмотри, как он здесь обрабатывает. То есть он опять положил корпус в одну сторону, как кажется, а потом резко дернулся в другую. И, по-моему, фол все-таки был. Вот с этого ракурса будет разбираться. Хазыр Данияр Үсенов ойнаған еді. Ай-яй-яй, теуіп жерді. Как кажется, зацепил, да, опять же, правую ногу Душана Йованчича. Плюс давайте не забывать, ВАР. ВАР вот на этом матче. Артем Кучин, это видеоассистент рефери. Вот, собственно, от него сегодня мына все жерде... зависит. 2-3 секунд барып, ұстап барып құлаған екен, да? Сейчас Сахи и указывает. Хотя он долго не думал, ты ведь видел. Он сразу указал на точку, находясь позади. Артем Кучин мен ақылдасуда. Теперь тут точка. 11 метров. Серікжан Мужик. Сқырық шалынды. Серікжан. Соққы! Здесь кустанайских болельщиков очень много, и тех, кто живет в столице, и тех, кто приехал на специальном автобусе. Насколько мне известно, активная работа ведет с фанатами, но опять же, тут до столицы рукой махнуть. По казахстанским, конечно, меркам, 700 километров. Вот эти парни преодолели эту дистанцию, этот марш-бросок совершили и сегодня поддерживают свою команду. Нам вновь показывают повтор, но мне кажется, нет вопросов. Вот оно движение Усенова, когда он попал по правой ноге. Йованчич все-таки завалился в этот момент, может быть, почувствовав вот этот контакт в конце концов. Ну а дальше, мужик, вопросов нет абсолютно. Идеальное исполнение от него чуть выше. Он все-таки не Кепа Арисабалага. Негізі, Данил Устименко... Қожамет көрсетуге болады, өйткені доптың қайда ұшу ұшатын тапқан еді. Жас қақпашы дегенмен үлгере алмады. Раде Дугалич деген Қайрат командасының сүйікті қорғаушын ауыстырады деген ойыншы қой. Жоу, Жоу Пауло. Ой-ой, допты тым қатты жіберіп қойды. Удар-то какой! Сумасшедший какой! Друзья, вот это да! Гол! Вау! Выдающийся удар от бразильца! Вот это попадание в самую девятку! Аплодисменты этому парню! Жоу Пауло! Қандай тамаша соққы және Қайрат командасы бұл кездесуде таразы басын теңестірді. Не деген масқара, не деген сұмдық гол болды. С такого угла и с такого расстояния. Здесь Павло увидел, что, ну, проспал там Марочкин, а потом вот это да, вот эта траектория. Мяч падает в дальний угол, и счет становится 1-1 в этой встрече. Жоу Пауло, мастер высочайшего класса. Ну, кто может такой удар еще исполнить? Ну, в Казахстане, конечно. Считанное количество игроков. Томазо, Пауло, Бошич. Все они это демонстрировали. Но удалось в этой ситуации именно Жоу Пауло. Счет 1-1. Айболан қасырылған бас. Және қазір Хосе Канте қайтарды. Бірақ бүкіл тобыл командасының ойыншылары қолға тиді дейді. Данияр Сахидың ұсқырығы үнсіз ойнар қарай жалғасуда. Душан ортаға қарай асырған бас. Серікжан Мужиков. Әуелетіп тұм кештеу асырды. Бірақ осы доптың өзіне Сергей Малый жетті. Соңғы жылдары ғана Васиннің керегесі кейін тартып қалды. Әйтпесе оған дейін тәптәуір ойнап жүрген еді. Қазір оң қаптаумен жақсы соққы. Бірақ Рубин тепкен доп қақпадан бейік кетті. 18-ші номердегі жартылай қорғаушы осы бір тұсқа әдемі суырылып шықты. Қараңыздар. Қайрат ойыншылардың барлығын деп айтсақ болатын шығар, қапыда қалдырды да тепкен еді. Дегенмен доп Данил Семенко қорған қақпадан шамалы биік кетті. Баняк Маки қазір оған қарсы. Ешқандай ереже бұзылған жоқ. Данияр Сахидың ұсқырығы үнсіз. Тобыл алға қарай ұмтылуда. Ішіне аут. Вот этот эпизод нужно рассмотреть. Очень важно. Очень важно. Вот здесь Баняк мяч принял. Дальше Бриджиду налетает сзади. И мне кажется, это пенальти.
Ну, то есть, смотри, Баняк занимает позицию, дальше бежит, он играет не в мяч, он врезается в Баняка, и мяч уже отскакивает у центрального защитника Кайрата дальше. Вопросов много. Кайталап көру керек қазір Данияр Сафинға осы эпизодты. Ал қызбалыққа қазір Кайрат командасында тобылында ойыншылар салынды. Я дәл солай бейне қайталауды көреді. 31 жастағы бұл төреш үшінде оңай матч емес. Не қазір Артем Кучин бастаған Вардағы төрешілерде жұмыс істеуде. Ну как пауза затягивается в этой встрече? Міне осы жерде Баняк қабылдады. Ары қарай тобылдың ойыншысы енді ашығын айтқанда допқа ойнаған жоқ. Қарсыласты құлатты. Екпін деп келіп. Сонымен 11 метрлік айып добы соққы. Рикардо! Не істеді. Как так? Мамыш просто пробил. Чуть поторопился, по-моему. Явно поторопился Алвиш. То есть, хотя, да. Мокин нанда хорхадоин. Мокин... Не знаю, не знаю. Мне Кильян Мбаппенен, пенальтиин Гайтару. Я знал, что ты опять будешь вспоминать об этом. А, вопрос по пенальти нет. Нам бы посмотреть удар Рикардо Алвиша. Ну что, каждый четвертый пенальти не забивается. Так что... Вот доп айналып кеткен, я? Один из четырех. Да, выше значительно. Причем... Он ішіне Мокин тапты. Рикардоның қайда тебетінінің. Ну, если бы мяч выше полетел, то какие? Рикардо Алвиш. Бұрыштан доп асырады. Әуелете асырған пас. Және тағда Данияр Сахидың қысқырығын естідік. Осы бір жерде ереже бұзылды деген сөз. Қайрат командасының ойыншылары шабуылдап жүріп ереже бұзған. Егер бұл кездесуде екі команда 90 минуттың қорытындысы бойынша тең түссе, біз пенальтиді тамашалаймыз. И толком никто на себя взять инициативу не может, и никто ничего нового интересного тут придумать не получилось у них. Шушеначев, ну для чего была эта попытка, когда уже врывался в свободную зону партнер по команде Вячеслав Шурев. Ну, а Шушеначев сразу показывает. У него особый характер, наверное, так и должно быть с нападающими, своенравные на кромке поля. А только Асхат Талберген, мы помним, что Устименко не самый рослый вратарь. Он причем так по центру занимает позицию и оставляет свой вратарский угол свободным. Но навряд ли туда удастся пробить. Но да, Талберген посылает просто и выше. Мы там загадывали очень многое, а... Ереже бұзылған жоқ. Еркебұлан Сейдахмет 19 кездесуге қатысып 4 гол соққан. Сейдахметтің асырған пасы Мокин қателесті соққы. Вячеслав Швырев тепкен еді. Қақпадан қиыс кетті. Қайталау сәті. Тағы да сол Сейдахмет асырды. Мокин. Мокиннің қолы тиді, бірақ қағып жібере алмады. Доптан айрылған мен Қайрат ойыншылар өзінде көп сақтай ала алмады. Сол қапталмен оқ тамаша өтті. Бриджидо қарсыластың айбалаңда. Серікжан соққы! Нет офсайда, здесь считает арбитр. И, по-моему, так и есть, друзья. 2-1. Топол выходит вперед на 83-й минуте. Айбар Жакслыков отличается, но этот гол для него организовал Серикжан Мужиков, которому он и должен быть благодарен за эту возможность. Гол в дебютном матче после 3 минут, которые он провел на поле. Вот эта статистика, друзья, получается-то. Но сценарий-то какой в этой игре? Выдающийся. Опять есть драма, опять есть переворот. Кайрат своим шансом не воспользовался, а мы посмотрим, что здесь было. Мужиков, но это уже конечная фаза. Какая передача, Серикжан? Это передача именно. Да, нет здесь офсайда. Нет офсайда. Вот, целенаправленно. Мужиков не бьет, хотя позиция-то для удара была. И там в подкате уже отчаянно падал Васин. Но это как? Это нет, Буранчеев, это не остановило бы его. Ну а что Брончеев оставалось делать? Баняк там поскользнулся. Будет подача? Нет, отсюда Бриджидо готов. О, как так вообще, штанга! С ума сойти! Какой бы шедевр мог сотворить сейчас Рубен?
Один соққы болды. Жоу Паулу нет. Я сделаю то же самое, парни. Не сомневайтесь, говорит Бриджида, и заряжает. Да, он получил в эту возможность. Перегрузили зону там. С Бриджиной не сблизились. И посмотрите на эту траекторию. Опять падающий мяч в дальний угол. Устименко там прыгает, но отчаянно. Это бы не спасло Кайрат. Гуральский отправляет вперед. Алвеш. Неужели будет бить, да? Пенальти не забил, а тут с 30 метров попытается попасть Рикардо. Соққа. Бірақ қақпадан биік кетті. И, видимо, все. Я. Өйткені 5 минут аяқталды. Ну, не смотрит на часы Дани Арсахи вот сейчас. Хотя нет, он уже свисток, по-моему, приготовил. Да. Поднес к губам, друзья, и остался только формальный повод нам сказать, что Тобол становится обладателем Олимбет Суперкубка Казахстана. Второй год подряд и абсолютно заслуженно. Хотя драма была, было противостояние, была хорошая игра. Кайрат мог выйти вперед, но Рикардо Алвеш не забил с пенальти. А Мужиков отдал пас-конфетку на Айбара Жаксылыкову в своей дебютной игре. Айбар приносит этот титул, этот трофей Костанаю. Поздравляем этот прекрасный город. Поздравляем всю Костанайскую область, Лисаковск, Жикара, в общем, все-все города могут радоваться тому, что сегодня Тобол завоевывает трофей. Суперкубок Казахстана в их руках. Я, Костанайлық команда Казахстан Суперкубогын қатарынан екінші жылы отуда. Ну, а это Тобол, чествуем победителей, друзья. Александр Мокин бастады. Как тамада, я сказал просто. Вперед! Александр Марочкин, Игорь Сергеев, одан кейін жайғасқан. Ну и весь список, пожалуйста. Александр Москаленко, конечно, первый как тренер. Прошел, получил свою медаль. Дальше Александр Мокин, Серикжан Мужиков, Зоран Тошич, Владислав Васильев, Рубен, Луис, Маурисио, Бриджидо. Александр Марочкин, Багдад Каиров, Сергей Малый, Душин Яванчич, Жарк Томашевич, Игорь Сергеев, Роман Астранкулов, Даниэр Симченков, Дмитрий Мирошниченко, Асхат Тағаберген, Султан Бусурманов, Самат Жарнбетов, Жаслан Жумаша, Дмитрий Непогодов, Айбар Жаксылыков, Олег Саманович и Вячеслав Кульпи. Ну, это игроки. Давайте. Что? Терапевт. Евгений Антонов, Вадим Иванов, доктор, массажист и терапевт Ярослав Алистратов, Михаил Базалейк и Равиль Староверов. Это представитель персонала команды. Сонгы болып Серикжан тұр. Серикжан Мужиков қазір кубокты төбесіне көтереді. Как кричали болельщики. Костанайский Тобол. Кричали они весь матч. 27,5 миллионов. Также вам достается Тоболу. И вот самое главное. Вот он трофей. Тобол. Обладатель Суперкубка. Олимбет Суперкубка Казахстана 2022 года. Серикжан Мужиков, как лучший игрок этого матча, поднимает трофей. И, друзья, поздравляем весь Костанай, Костанайскую область. Всех абсолютно, кто болит и поддерживает эту команду. Тобол по праву забирает с собой первый в этом году турнир. Маусымда Тобол командасы өте жақсы бастады. Енді чемпиондар лигасында да женісті күндері көп болады деп сенеміз. Костанайлық командада ел білесіздер, біздің елдің намысын осы ұжым қорғайды. Біз барлық Тобол және Қостанайлық Тоболдың жеке жанкүйерлерін, Қостанайдың халқын жанкүйерлерін осы бір жеңіспен шын жүректен құттықтаймыз.